Всем привет, я мистер Джек, и сегодня я решил сделать еще один видос про Андрюху, про Виндяя, если кто не понял. Я давно хотел сделать видос об этом еще с того момента, когда Виндяй сделал этот видос. Зачем я здесь? Что написано? Подпишись. А Данте вообще-то? Это Данте. Но выкладываю я его именно сейчас, чтобы вновь Андрюха меня заметил, ибо он не увидел мою песню. Хоть тогда я и считал, что эта песня полностью плохая. Хотя мое мнение не изменилось. Но многим понравилось. Теперь, чтобы Виндяй смог быстрее найти эту песню, я сделал этот видос. А также вы меня сами об этом попросили, хотя я мог заработать 100 рублей. И на Твиче скинуть ссылку на этот видос. Но, а пока что я коплю деньги... И все такое. Вы можете помочь мне достучаться до него после просмотра этого ролика. Это рубрика «100 причин», и мы начинаем. Первое, с чего я хочу начать, так это с главной страницы канала. Здесь вы увидите шапку и аватарку, которые были нарисованы качественно. Эти арты, которые были нарисованы его фанатами. А это значит, что Андрюха обращает внимание на свою аудиторию, за что получает респект. Описание канала уже не меняется больше 5 лет, и это здорово. Ведь это описание самое милое, которое я видел на ютубе. Сделаю плюс одну причину только потому, что его зовут Андрюха. А также просто должны на него подписаться, потому что это видео про него. Виндяй просто офигенный чувак, он может играть в те хорроры, в которые я бы не смог сыграть, потому что я ссыкло. А смотреть на его прохождение весело и не страшно. Кстати, насчет хорроров, он просто лучший фнафер на Руси. И пускай он будет это отрицать, но многие люди считают наоборот, потому что его скилл никуда не ушел. И поэтому он пошел много фан игр и оригинала тоже. Уйди от меня! Обожаю это. Кстати, про ФНАФ. Думаю, мне не стоит говорить об его очень интересных теориях по ФНАФу. Их настолько много, что можно скачать их всех на 2 или более диска и продавать их по целым сезонам, в которых будет еще и его прохождение и монтажи по ФНАФу. Винди – веселый парень. Андрюха живет уже почти 10 лет, и людям он нравится. Кстати, о людях Виндяйруса. У него настолько большая фанбаза, что по нему уже делали многие монтажи, как по Куплинову. Хотя сейчас с их мало делают. Я взял за отдельную причину именно то, что про Андрюху делают очень много песен и откровенных видосов, что говорит о том, что он очень классный. Если вы любите посмеяться, то у него есть собственные монтажи, которые ну очень угарные. Что ж ты звучишь-то? Чика, конина! Также не могу отметить то, что его скилл монтажа виднеется в каждом ролике, и можно увидеть то, как он подрос. Андрюха старается играть в те игры, которые нравятся его аудитории, особенно если у них хороший сюжет. Не могу отметить еще то, что Винди может переводить чисто английские игры, и из-за этого нам, зрителям, и возможно вам, понравится его перевод, так как он хорошо владеет английским. Кстати, у него есть отдельный канал на английском, который, к сожалению, не продвинулся, но он пытался быть интересным для тех, кто живет за рубежом, что показывает его стремление и заботу о разных комьюнити. Кстати, Винди пристально смотрит на то, что хайпово за рубежом, и поэтому мы можем увидеть те игры, в которые многие русские летсплейщики не играют, по крайней мере первыми. Винди – забавный парень. Андрюха старается для нас делать тот контент, который понравится всем, потому что он делает видосы на многие темы. Например, он уже попробовал себя в музыке на Хаос Сити. Кстати, на Хаос Сити вы можете получше узнать об жизни Андрюхи и его братья-близнецы. Порой Андрюха затрагивает серьезные темы, о чем говорит вот этот видос. Когда смотришь на него, ты понимаешь всю глубину проблемы и понимая, что Андрюха старается помочь своей аудитории и обращает на него внимание со всей душой и любовью. Пускай это может быть глупой причина, но вам стоит на него подписаться еще за его улыбку. Также, Виндяй сам по себе может понравиться своими забавными и грустными историями из жизни. Будто ты глядишь на персонажа из фильмов или аниме, у которого было не самое хорошее детство, был не особо разговорчив, получил травму в детстве, пошел через внутренние трудности, познакомился с лучшими друзьями, и у него все сложилось хорошо в жизни. О нет! Как? Все, я умер. Короче, это Аня. Это Злата. Чех. Это Чех. Это Злата. А что ты не в маске?
А чё я? Это еще одна Аня, она вон она появилась, вообще не видно. Это Коля, наш ручной мармок. Это Игорь, вот он. И это еще одна Аня. И это Корица. А это я, Андрей. Здорово. Блин, да про него можно и вправду фильм снять, особенно на реальных событиях. Особенно нужно выделить историю про гараж и про то, как он чуть не убил своего одноклассника Пахту. Кря. Винди — это Винди. Кря. Про виндяя делают хорошие игры. Возможно. Кря. Виндяй сам делает отличные игры, такие как «Мама» и «Цыпленок», так как он отличный программист. Я до сих пор храню некоторые сценарии по теориям об игре про мамку. Кря. Кря. Чуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Чуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Кря. Охрененный интро, который прогрессирует со временем. Кря. Винди очень хорошо комментирует разные ситуации и порой говорит такие вещи, что даже сам задаешь себе такие вопросы, как у него. Кря. Кстати, иногда, когда вы смотрите Виндяя, то иногда вы можете чувствовать то же самое, что и он. Здорово, дружище, сегодня у нас с тобой не засмейся. Ох, какой же он счастливый, это хорошо, улыбка располагает. Что сейчас годных видосиков почти не осталось. Бля, Виндяй, как я тебя понимаю, ты прям в душу мне заглянул. Сука, я реагирую так же, как он. Отстой, надо менять видеоблогера. Так, давайте школьников искать. Кря. Кстати, забыл сказать, что иногда его интро меняется и дополняется небольшими и атмосферными танками, которые относятся к играм. О, здравствуй, ты снова пришел к нам в отель? Не, я пока что не видел твоих друзей, их вообще никто не видел и никогда не увидят. Но если я их найду, я тебе, разумеется, об этом скажу. А пока располагайся, вот твои ключи. Поехали. Ведь сегодня нас ждет убийственное шоу. Кря. Кстати, у меня есть еще несколько каналов. Я буду говорить из них еще много причин. И иногда они будут к одной и той же причине. Но я также хочу, потому что он офигенный. А теперь дзынь. Кря. Дзынь за то, что я хочу, чтобы на него все подписались. Кря. У Андрюхи мало хейтов. А если находится какой-то человек, который его обсирает всерьез, то его фанаты и зрители защищали его факты. Кря. Он занимается спортом. Кря. Он адекватно себя ведет на своем канале и старается ни с кем не ссориться, за что получает уважуху и плюс 5 причин. И это не потому, что мне лень, а потому, что это ценно. Кря. Возьму за плюс то, что про Андрея делают охрененные песни. Особенно хорошо в этом преуспел обычный парень. Ты красава, кстати. Мы начинаем с тобой смотреть в этой игре. Мы должны петь. We have a city to learn. Ты? А знаешь, что культурно? Нахуй иди. We have a city to learn. А? А ну иди сюда. Кря. В отличие от моего голоса в песне, Андрюха всегда умел петь хорошо. И не спорь со мной. Я ощущаю, как не управляю своим телом. Воздух грудью всей вдыхая, я бегу домой. Наконец-то я могу люблю сказать, я люблю тебя, моя кровать. Кря. Ах так? Ты думаешь, что у тебя плохой голос? Ты в этом уверен? Ты вынуждаешь меня использовать мое секретное старое оружие. Раз уж ты не уверен в себе, то я докажу это. Надеюсь, вас сожрет пламя. Надеюсь, проткнут ножом или вас заберет время. After all, we can always go to all the enemies together. Кря. У Виндяя очень крутая реклама, и каждой рекламе он делает чуть ли не забавные мини-фильмы. Их реально очень интересно смотреть, так как там очень забавный сюжет. Кря. Вы заметили, что на стримах Виндяя так очень интересно сидеть, что вы даже не замечаете, как они проходят? Кря. Винди однажды пожертвовал на благотворительность детям фонд линии жизни 2019 тысяч рублей. 20 с лишним тысяч рублей он потратил из своего кармана. Это уважение ему. И какого хрена тут дизлайки? Кря. Винди родом из деревни, так что он набрался приличного опыта. Кря. У него есть канал с реакциями, и этот канал был зарожден только потому, что зрителям понравились реакции на основном канале. Кря. У Андрюхи есть еще один канал, из-за которого я возьму еще до хрена причин. И эта причина тут только благодаря названию Хаоситы. Хаоситы от слова хаос. И Андрюха управляет этим каналом. А как говорил Эйнштейн, только дурак нуждается в порядке.
гений господствует над хаосом. Получается, что Андрюха господствует над хаосом. И он, по сути, гений. Кря. У Андрюхи есть обзор на дошек, и это лучший формат, который я видел. Осталось только увидеть обзор на чипсы и на шаурму. Кря. Потому что хороший ютубер ведет диалог со своей аудиторией. Согласен. Кря. Винди продвигает и говорит своим зрителям о том, что все читали книги. Чтение полезное, поэтому мы добавляем еще две причины от литературы. Кря. Винди дает персонажам забавные имена. Вверху палец Задирищенко. Дудосинка. Это наше первое поселение под названием, конечно же, культ пельменей. Куда же без него? Бароша! Кря. Винди научит вас тому, как правильно похудеть. Туториал, как похудеть. Первое. Убираюся нахуй все чипсы. Чипсы зло. Ты их ешь, и ты гнида. Не ешь чипсы. Второе. Не ешь сладкое. Вообще урежь. Ну, то есть сладенькое урежь по максимуму. Можешь немножечко добавить, если тебе прям пиздец коптит. Потому что как бы сахар, который ты потребляешь, это наркотик. Не нужно полностью его вырезать сразу, но нужно его уменьшать потихонечку. Не парься. Вначале будет очень трудно. Потом будет проще и проще и проще. Сахар это наркотик, как я сказал, и он всеми силами будет заставлять тебя продолжать его поглощать. Просто уменьши. Если ты очень хочешь сладкое, скушай утречком его. Утречком можно. И еще второй лайфхак. Если ты очень кушать сладкое хочешь, бери овсяное печенье, бери две овсяных печеньки и ешь его вот так потихоньку, потихоньку. Вот как мышка. Так. Вот так вот, а-та-та-та, выпил чайку, а-та-та-та, выпил чайку, а-та-та-та. Понял, да? Это точно работает, потому что пиздец. Если ты будешь есть его обычно, ты ёбнешься. С кефиром хорошо еще. Вот, я его с кефиром всегда ем. Я хорошо кушаю с кефиром печеньки, если прям очень хочется. Далее, если ты очень хочешь пить, пей воду. Постоянно пей воду. Если ты хочешь кушать, пей воду. Если хочешь пить, пей воду. В принципе, пей воду. Вода это ты. Ты это вода. Почувствуй себя водяным, русалкой и все. Вода это очень важно, потому что она обманывает твой мозг. И ты считаешь, что ты поел. Частенько. Если ты очень хочешь поесть, попей горячую воду. Чай вырежи. Чай не супер хорошая вещь, в принципе. Чай лучше, в принципе, не пить. Лучше пить воду. Но, как бы, если очень надо, то можно. Фруктовые салатики. Фрукты — это круто. Фрукты — это ништяк. Если ты очень хочешь какого-нибудь сладенького, тоже фруктики можешь скушать. Далее. Кушай мясо. Кушай мясо, причем желательно вареное. По максимуму возможность, по возможности урежь жареное. Просто урежь. Вместо жареного пиздата заходит в духовке. В духовке хорошо. В духовке вкусно. В духовке тепло. Вот. А жареное параша. Фу-фу-фу. Не надо. Выпечку тоже лучше вырежи. Почти всю. Но не всю. Но немного. В результате ты как бы вырезаешь сладкое, вырезаешь выпечку и чувствуешь... А, и чипсы. И чувствуешь себя прекрасно. А, да. Колу, колу нахуй, сразу колу и сахар, нахуй. Вот в первую очередь колу и сахар. Выкинь, уничтожь, аннигилируй, все. А, да, еще спи вовремя, это важно. Когда ты спишь плохо, у тебя вырабатывается больше жира и больше желания жрать. Спать правильно тоже нужно для похудения, потому что худеешь ты в первую очередь во время сна. Насчет сахара и фруктов. Да и нет. Сахар и фрукты, глюкоза и фруктоза — это похожие элементы, но не одинаковые. Во-первых, в фруктах меньше концентрация этой самой фруктозы, она меньше откладывается, в принципе. И, что более важно, ты дохуя фруктов не съешь, у тебя зубы отвалятся. Поэтому, в принципе, все нормально работает. Они похожи, но нет, не одно и то же. И между шоколадкой и... этим яблоком лучше выбрать яблоко. Всегда. Кря. Винди не любит бездельничать. Кря. Хотя, если вы ленивый, то знайте, что Андрюха лидер всех ленивых. В хорошем смысле. Я ленивейшая скотина из всех скотин. Более ленивых скотин, чем я, не бывает. Я своего рода лидер ленивых скотин. Кря. Винди отлично готовит омлет. Как видите, омлет получился идеальным. В принципе, довольно вкусно. Можно доедать. Кря. Андрюха хорошо ловит контент, и поэтому его видео всегда умело хайповали на мемах, Яндексе и Гугле. Кря. Андрюха делает отличные эксперименты. Кря. Андрюха рассказывает о своей жизни, что очень сближает вас как зрителя. Кря. Хаосит научит тебя правильно говорить и развивать свою речь. Кря. Хаосит научит тебя распознавать психов в соседях, что очень поможет в выживании. Мне это помогло, поэтому плюс 5 причин. Кря. Я не помню, в каком видео это было, но Винди заботится о своей семье и советует
советует, чтобы мы также не забывали о ней. Кря! Виндио использует шутку про братьев и сестер с историческими картинками. За это охрененный лайк ему. Разве брат брата будет закрывать в подвале? Чувак, ты шо? У тебя очень странные взаимоотношения с семьей. Он продолжает верить в человечество, потому что у него есть ты. Нет, я пока не перестал верить в человечество, потому что у меня есть ты. Кря. Винди своего рода ученый, потому что его позвали в конференцию в СК Сколково, которая находится в Москве. Кря. Кстати, Винди не подготавливался к этому выступлению, не считая одного слайда, который он сделал. Мне сказали, что... Слушай, молодой человек, ты лучше презентацию больше, чем из одного слайда подготовил. А я сказал, я его только утром подготовил, понимаете, ничего не успел. Я сделал выступление, не подготавливаясь. Кря. Винди умеет играть в шахматы. Кря. И на шахматах. Кря. Он настоящая хозяйка. Кря. Андруха просто лучше породы. Он хаски. Кря. Андруха хорошо разбирается в мемах наполовину. Кря. Винди говорит довольно на серьезной темы и пытался помочь многим людям с серьезными проблемами. Но в итоге они говорили, что это обман, и они хотели лишь внимания. Кря. Андруха умеет играть на гитаре. Кря. И на пианино тоже. Кря. Андруха хорошо поет, в отличие от меня. Хотя почему-то многим понравилось, а некоторые даже скачали и слушают из себя. Земля им пухом. Андрюхе плюс 9. Причем за красивый голос. Снова. Кря. И за улыбку, которая вдохновляет многих. Снова. Кря. Он отлично спидранит Майнкрафт. Не повезло, не повезло. Кря. Винди отличная феечка. Кря. Он отлично умеет выживать в Майнкрафте на одном блоке. Кря. И да, у него есть отдельный канал с Майнкрафтом. Кря. Кстати, у него есть еще один отдельный канал с теориями. Правда, сейчас там другой человек, но он старается ему помочь, чем может. И этот человек прогрессирует, и скоро у него будет один миллион. Так что прошу вас помочь ему, чем сможете, ведь там осталось буквально чуть-чуть. Кря. Винди скоро буквально тоже испытает юбилей, и у него будет 7 миллионов. И это тоже причина не у него подписаться. Так, это мистер Джек из будущего, и у Андрюхи уже 7 миллионов. Поэтому давайте набьем 8 очку. Кря. Андрюха всегда желает всем удачи, добра и бобра. Кря. Андрей всегда знает, что нужно всем нам, и всегда рад помочь своим подписчикам, потому что они тоже помогали ему справиться со своими проблемами. Он смог найти хороших людей. Кря. И 100-я причина. Самая важная причина. В следующем году ему исполнится 10 лет, а ему исполнилось 9 лет. И наблюдать за тем, как человек меняется со временем, это просто лучшее, что можно увидеть. Он вдохновляет и поддерживает многих своей улыбкой, смехом и криками. Он заставляет всех чувствовать, будто нет никого, кто был бы таким же, как он. И как я говорил раньше, в одной песне, у него всегда есть одна особенность. Он Винди, он же Андрюха, он же Виндяй, он же Фнафер всея Руси, он же теоретик, он же повелитель хаоса, он же Виндяй Рос. И это ли не лучшая его черта? Ведь все его знают как Винди, а не как парня из Ютуба. И это лучшее, что может быть. Я смотрю Андрюху буквально с третьего ФНАФа, и именно благодаря нему я начал смотреть Ютуб. Андрей открыл мне Ютуб. Мне было так кайфово смотреть на то, как он растет, меняется и развивается. Я даже помню, как на стриме про Джок он пошутил про сюрприз, который я готовил ему. Но сейчас не об этом. Да и сюрприз был так себе. Спасибо всем за внимание. С вами был мистер Джек. Помогите Андрюхе и расскажите ему в видосе и песне, которые я для него сделал. Если кто-то хочет сделать кавер, сделать мелодию под слова и перебить его это, то я разрешаю. Так как мой голос не подходит для пения. Желаю всем удачи и хорошего настроения. Прощайте.